Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Быстренько бежим с вами в магазин, в предметы и покупаем ДНК на Армагона. Да, ребята, сегодня он у нас сможет прапаться, по идее. Ну, посмотрим, что нам не хватает. 10 тысяч мутагена. Ну что же, я думаю, что мы сегодня с вами насобираем и прапаем его на 5 золотых звезд. Это будет круто на самом деле. Ну что же, сегодня мы пройдем турнирочку с вами, да? Где я в данный момент? Лига Сёгунов, 2 звезды, 79-я позиция, поэтому давайте приступать сразу же. Так, Дмитрий, Руслан и Дэн. Будем, наверное, драться сейчас с Дэном. Да, я думаю, начнем именно с него. Так, 55-й уровень у него максимальный. Для этого мы возьмем Тигра, Хана, возьмем Бибопа. Так, Усаги и, наверное, все-таки здесь нам понадобится Леонардо. Давайте попробуем быстренько сейчас разобраться с ними, пройти и пойдем уже проходить сегодня испытания. Давно я видосики не делал, поэтому нужно наверстывать. Ну-ка, с одной вертушки, я думаю, все упадут сейчас. Ага, как бы не так. Ну-ка, пробьешь? Молодец, Ханчик. А, Усаги, ты как? Эх, слабоват. Ну-ка, Тигр. Отлично, ребята. Ну, сами видите, первая победушка, да, идеальная, и все у нас хорошо. Хочу сегодня добраться до Лиги Сёгунов 3 звезды. Попробуем мы с вами это сделать, а может быть... Нет, в мастер вряд ли мы попадем сегодня, но приблизимся хотя бы. Так, и здесь у нас Артём, Лиза и Хаслина. Хаслина. Давай тогда возьмем Хаслину. Будем драться именно с ней. Возьмем вот таких вот героев. И опять же, мне нужен будет Леонардо здесь. Слушай, ну боев у нас не так много с вами остается, да? Наверное, еще боя 3, это максимум. Это из-за того, что, ребята, у меня нету максимально прокачанных персонажей много. Так, ну что, здесь у нас выжил Донни и Ваня, да? Ну-ка. Ваня минус. И я думаю, что Донателло тоже сейчас упадет. Да, как бы не так. Хорошо, давай, Кирби, не подведи. Хотя, на кого я рассчитываю, ребят? Ты смотри-ка, Кирби, это что-то новенькое. Молодец, не подвел меня все-таки, а? Я думал, он сейчас промажет или нанесет минимальный урон. Так, ну а мы с вами поднимаемся. 45-я позиция. Ну что же, это уже хорошо, ребята. Так, вот, Андрей. У нас здесь есть Андрюшка. У него 3 героя в серебре. Максимальный уровень мы видим 57-й. А у меня уже 60-е идут. Так что, я думаю, даже можно сюда и Леонардо не забирать, а просто взять Рахзара как провокатора. Он будет стоять в провокации, соответственно, его никто не сможет подбить с удара, по крайней мере. Но единственное, кто меня здесь напрягает, это, наверное, Карайка. У нее массовая атака. Проверим, что она из себя здесь представляет. Вот об этом я и говорил. Ну что, давайте начинать тогда мы тоже массовыми атаками. Так, Армагоша. Угу. Так, Крис усиливает команду. Ах ты, Леонардо отхиливается. Угу. Так, да хорош, успокойся. Ты смотри, что делает, а? Ребята, меткость мне понизил. Давай вначале вот так бомбанем. Так, подожди, это опасно. Это опасно. Давай теперь с базуки. И остается лишь Донателло. Я думаю, что мы сейчас с ним справимся. Рахзар, не подведи. Да, и он меня, родной, не подводит. Он убивает Донателло, и мы с вами, ребята, продвигаемся дальше, не потеряв ни одного персонажа. А значит, бонусы будут в полном объеме. И поднимаемся мы с вами на 35-ю позицию. То есть 10 ступенек, это слишком мало, мне кажется. Ладно, не будем расстраиваться. У нас здесь есть Руслан, который, я думаю, нам поможет. А, так, 57-й уровень уже, да? Раз, два, три. Возьмем, наверное, так сделаем. И нет, я возьму железную голову. Да, ребята, еще одна атака у нас будет. И, к сожалению, все. Нам придется с вами переходить уже на испытание. Так, ну, Карачка слабовато бомбанула. Не забываем, ребята, что Донателло ролевой хиллер. Поэтому в наших интересах его подбить как можно быстрее. Тут Майки укрепляет, опять же, команду. Ну что, поехали. Крик души от змеи Карай. Нам нужно как можно быстрее, ребят, пробить. Ну-ка, железная голова, не подведи. Так, и делаем добивающий, наверное, да, ребята? Все отлично. И получаем мы с вами позицию 20-ю. Слушайте, действительно,
пахнет керосином. Так, а если мы с вами сделаем, например, с Денисом подеремся? У нас как раз максимальные бойцы остались. Крис и Леонардо забираем. Но мне кажется, что это не спасет ситуацию, и мы также с вами останемся на Лиге Сёгунов. Да-да, именно двухзвездочном. Ну что ж, делаем уклонение, хотя можно было и не делать. Я думаю, что мы и так их разорвем просто-напросто. Так, пошла бомбочка. Кстати, знаете, что я еще заметил? Что со всеми ребятами, которыми я дерусь, ни у кого в команде я не видел Зека. Вам не кажется это странным? Вот я почему-то сидел сейчас, играл, думаю, а где же у нас Зек в противниках? И ни у кого его нету. Почему? Ума не приложу. Ну что, ребята, идеальная победа, как вы видите сами, и мы с вами поднимаемся. Ай-яй-яй, ну я так и думал, ребята, что не перейдем, но надежда все-таки теплилась. Да, у нас с вами ранг 4, да, в Лиге Сёгунов 2 звезды, и мы переходим с вами куда? Ну, естественно, на испытания. Так, у нас Усаги через 2 дня начнется, ну а мы с вами, наверное, начнем сцены насилия. Так, тут у нас все черепашонки, да, будут, и Кейси. Поехали, не будем тут, ребят, долго задерживаться. Рассматривать, что... Оу, понятно, это заведомо проигрышный вариант. Ну, не сможем мы, ребята, здесь одолеть босса. Ну, хоть ты что тут делает? Давайте на автобой поставим. Потому что он глючит, и все. Ну, ладно, сколько смогу пройти, столько смогу, ребят. Единственное, конечно, что мы на это тратим свое время драгоценное. Лучше бы я взял другое испытание. Хотя мы, может быть, его сегодня тоже сразу и пройдем. Пока, как говорится, у меня выходной, можно немножечко подраться. Так, это все падают, естественно, ребята. Тут 10 уровень против моих имбовых. Так, у меня 54 уровень Донателло, да? А остальные 80-е. Один Леонардо 90-й. Даже он не сможет, ребята, помочь мне. Потому что немоты нету. А чтобы побить того босса, нужно повесить немоту, тишину, так скажем. Чтобы он не смог делать свой крик. Но у меня нет таких прокачанных персонажей. А это у нас Усаги. Потом кто еще у нас там? По-моему, Мандагека может повесить немоту. По крайней мере, заблокировать способности. Это я точно знаю. Но для этого нужно прокачивать этих персонажей. А как бы сейчас в данный момент, ребята, не хватает мутагена у меня. Да и к тому же вы не забывайте, что нам нужно 10 тысяч накопить для того, чтобы проапать нашего Армагона. Да, в принципе, сегодня серия будет посвящаться именно ему. Так, ну что? Маузеры все упали. У нас последняя третья волна. Я так понимаю, на пятой уже появится у нас босс Циплак, да? Ну, тут все изи. Даже Донателло со своим 54 уровнем, 20 уровень просто крошит на ура. Ну, поехали тогда дальше. Не будем, ребята, о плохом. Надо всегда быть на позитиве. Так, ну что, Донателло ДНК нам выпадает, это тоже очень хорошо. У нас дальше идет Рафаэль, потом Майки. Эти ребята нам не нужны, потому что они прокачаны у нас по полной программе. Рафик в платине и Майки тоже у нас в платине. Поэтому единственное, что мы можем, конечно же, эти ДНК разбирать на сюрикены. А это у нас местная игровая валюта, за которую мы можем с вами покупать героев в магазине. Точнее, не героев даже, а ДНК на героев. Так, ну что, вторая волна. Здесь у нас уже 30 уровень, как вы видите. Но это все равно нам еще пока по плечу. Давайте последнего. Ать, не накрыли. Так, третья волна у нас, и сейчас, я думаю, мы ее пройдем без проблем. Да. Вот этот вот Рафаэль, вот самый бесевый для меня так лично, потому что у него есть массовая атака, которая меня просто раздражает. Это когда он, ребят, собирает словечки и бросает во всех моих персонажей. Причем доносит довольно неплохой урон. Ну что ж, двигаемся далее и смотрим. Ребят, сейчас должны быть, наверное, 40-е, 45-е уровни, да? И где-то на эпизоде 5, по-моему, появляется первый босс. Ну, с ним мы справимся, в принципе, на изи. А вот с последним уже будет туговато. Во-первых, у него очень большая инициатива. Он за один ход, по-моему, делает 2 действия. Поэтому даже если мы на него повесим немоту, у нас будет всего лишь один ход для того, чтобы его подбить. Это будет довольно сложно. Ладно, возможно, мы с вами когда-нибудь прокачаем полностью Усаги, да, и накажем, отомстим ему. Так, вторая волна. Смотрим. Так, ну что, тут клан футовцы, да, у нас? В принципе, все довольно легко будет, мы сейчас их разберем без каких-либо проблем. Кстати, следующий уровень будет уже критичен для моего Донателло, потому что там будут полтинники, да,
а он у меня 54 уровня. Поэтому нужно быть настороже. А может быть, даже его можно и убрать. Так, прикольненько он бомбанул своими сюриками. Так, Донни, ах ты, упал. Так, тут у нас Леонардо, да? Опачки. Дополнительную защиту повесил, видите, ребята, шлем. То есть это мне придется по героям бить лишний раз для того, чтобы его убить. Это получается, мы снимаем шлем, после этого только добиваем. Но все равно справляемся, и у нас четвертая волна. Так, погоди-ка, они босс ли? А, ребята, вот у нас босс. Оказывается, он у нас на четвертом эпизоде. Я думал, на пятом. Да-да, вот именно из-за него я не могу пройти вот это вот испытание. Только лишь из-за него. Ну все, накрыли мы его и продвигаемся, ребята, дальше. Ну давай, не томи, ну что ты так долго? Мне нужно быстрее, я вот, знаете, как этот, бустанул и вперед, вперед и вперед. Так, эпизод пятый, у нас здесь разыгрывается Микеланджело, потом будет Рафаэль. Поехали. Слава богу, сыра у нас пока хватает, и я думаю, что на еще одно испытание нам с вами хватит. Возможно, даже не полностью мы его пройдем, но постараемся. Так, поехали. 50 уровень, то есть Донателло мой уже, ребята, в зоне риска. Вы понимаете, почему, да? Да хорош ты! И смотри, что они делают. Они сразу начинают атаковать, естественно, самого слабого персонажа в моей команде. А это Доник. Ладно, я думаю, справимся мы и здесь с вами. Дополнительная защита. Вот это ты хорошо сделал, Донателло. Очень прикольно, кстати. Она нам не помешает. Нашей команде это самое то. Да иди ты. У него, ребята, месть включилась. Так, этот взял на себя провокацию. Зря, парнишка. Так, Маузер здесь, который будет сейчас подвякивать, если успеет, конечно. Успеет. Нет, не успел. Ну что же, третья волна, это предпоследняя. И давайте быстренько здесь разберемся. Так, три кланфутовса, да, и два Маузера. То есть один уже Маузер, даже вообще без Маузеров. Довольно быстро ребята разбираются с ними. Так, минус. О, тихо, почему ребята он не... Вот что вот это вот за всплеск такой энергии, что не дает ему погибнуть, а? Я не знаю. Так, только не говорите. Я уже думал опять босс. Нет, ребята, здесь у нас Леонардо, Рафаэль и Донателло. Вся компашка из братьев. Нет, здесь не хватает у нас Донателло, да. Но это не страшно. Это не страшно. Пробили мы Микеланджело. Так, Рафаэль берет провокацию и... Дальше, ребята, мы уберем, наверное, в оборот Рафаэля. Да хорош, успокойся. Это тебе не поможет, парень. Это тебе не поможет. Все, я считаю, что прошли мы на изи. А вот дальше, по-моему, у нас будет босс. А может быть и нет. Ладно, посмотрим. Так, Майки, да? Оригинальный. И следующий у нас будет Рафаэль. Рафаэльчик оригинальный тоже, ребята, мне нужен. Да, вот здесь будет босс. Видите, 65 уровень. Ох, не знаю я, не знаю, как нам и быть с вами. То есть получается, что... Погоди-ка, а мы второго босса тоже разве не можем пройти? Или все-таки третьего мы не можем? Сейчас проверим. Вот сколько играю, ребят, все время забываю, какого из боссов мы не можем пройти, на какой этапе. Так, минусанули. Клан Футовец, ах ты, не упал. Отлично. Так, тут 4 волны. Быстренько мы с вами продвигаемся. Так, два Маузера и плюс у нас два этих кланфутовца. Вот это все-таки меня убивает, ребята. Что же у него там за такая способность, которая не дает ему погибнуть? По идее, он должен, ребята, падать. Но, как бы отложенная смерть, можно так сказать, видите, да? Причем я его ударил критичным ударом, и он все равно не упал. Это очень странно. Причем это только на кланфутовцах. Ладно, третья волна. Тут у нас Донателло, Майки и Рафаэль. Так, мы почему-то начинаем всегда, ребята, бомбить Маузеров. То есть автобот начинает их бомбить. Я бы, конечно, начинал разбирать, наверное, именно черепашек. Ага, подчистился, не знаю от чего, правда. Я его вроде бы не антибафил. Так, иммунитет на себя повесил, замечательно. Так, ты смотри-ка, а? Уже наносит урон потихоньку. Минус. Сейчас, ребята, и Донателло, скорее всего, упадет у нас. Нет. А, постепенный урон не повесился, потому что у него иммунитет. Я понял. Ну. Вот, 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 вот. Этот самый бесявый, ребята, удар.
Ну, потому что он 65 уровня, естественно, он не так сильно нас подамажил. А так бы мог накрыть. Ну что, четвертая волна и босс или нет? Босс. Дай-ка я попробую разобраться с ним сам. Так, никакой, ребят, провокации я здесь ставить не буду. Попробуем. Слушай, нет, по-моему, этого мы с вами пройти сможем. А вот следующего. Или я ошибаюсь? Так, игра не вылетела, да, когда он кричал? Хорошо. Значит, все-таки на третьем боссе у нас вылетает. Ну что же, значит, есть возможность еще побить пока нам ДНК на черепашек. И смотрим, кто у нас будет следующим. Так, Рафаэль оригинальный у нас в копилочку упал. Ага, и следующий у нас, ребята, идет Донателло, да? А вот Леон... Да, по-моему... Секунду, подожди-ка, я не понял. Подожди-ка. Да, ребят... А, вот, вот, 75 уровня. Скорее всего, именно на нем. Поэтому эта ДНК мне никогда не поддастся. ДНК на Доне оригинального мне не видать, как своих собственных ушей. И это грустно, на самом деле. Так, вот зачем я сюда взял Донателло? Кто мне скажет, а? Донни, зачем ты сюда пришел? Ёлки-палки, он же у меня слабенький. Ладно, давайте захиляемся. Так, и... Да в тобой врублю я, ёлки-палки, на самом деле. Чё мы, не разберемся, что ли, здесь? 70 уровней. Так, переходим на вторую волну. И смотрим, что у нас тут. Так, три Маузера, да, и... Два клан-футовца. Да чтоб тебя, как же он меня раздражает, ребят, вот своей вот этой вот фигней. Он бы уже давным-давно упал бы. Я вот боюсь, Донателло у меня сейчас отдуплится, если честно. Мы можем что сделать? Да ничего практически не можем сделать. Я хотел, знаете что? Взять провокацию. Вот так. Но опять же, Маузер кричит, поэтому он его может подбить. Не буду я... А, провокация стоит. Ну тогда вот так бомбанем, конечно же. И... Нет, выживает Донателло, слава богу. Ну что же, клан Футовец, пора тебе упасть. И у нас третья волна. Нам нужно еще, кстати, с вами захиляться маленечко. Так. Делаем дополнительную защиту. Давай, наверное, захиляемся. Хотел вертушку, но лучше подхил. Так, теперь поставим уклонение. Замечательно. И начинаем потихоньку бомбить. Поехали. Потихоньку, что-то как-то кисло у нас, ребят, тут ударчики-то проходят. Вы заметили? Очень кисло, так, иммунитет. Я понял тебя. Осколки, массовые атаки, короче, ребят, пошли. Я смотрю вовсю. Так, это он кого? Рафаэля сейчас, да? Ах ты, гаденыш, еще и заблокировал нам способность. Это плохо, на самом деле. Контр-удар. Слушай-ка, Лео, ты должен выдержать. Блин, слабая атака у нас. Вот что я тебе скажу. Очень слабая. Не буду я его бомбить. Или буду? Не, давай-ка я лучше Леонардо попробую. Так. Теперь бросим бомбочку. Вообще ни о чем, да, было? Так, ну. Да чтоб вас, а, всех. Хиляться или не хиляться? Придется, знаете почему, ребят? Хотя Донателло уже все, не жилец. У нас кончилась провокация. Ага, вот так можем сделать. На железную голову взять. Да ты достал же. Так, он взял на себя, ребят, провокацию. Донни чистит команду свою. Так, ладно, поехали. Хочется вертушку заколбасить, в конце концов, чтобы было ему неповадно. Но я последний вот этот удар мощный, ребята. Ах, там еще у ворот. Ой-ой-ой. Ты посмотри, что делать-то. Ты посмотри, что он творит. Ну, давай так делаем. Да чтоб тебя. Блин, массовые атаки нужно включать, ребят, на самом деле уже. Поехали, фиг с ним. Хотел придержать, честно говоря, на босса. Чтобы босса бомбануть, но вывели меня просто из себя уже. Так, мы похиляться-то вообще можем сегодня или нет? Лео, ты как насчет этого смотришь дело? Чтобы захиляться, а? Или... Или нифигашечки? Блин, да что ж такое-то? Где у меня хил? Я не могу понять. У меня и провокация, ребята, отсутствует. Уклонение. Ну, давай уклонение поставим. Может быть, хоть как-то немножко проживем с вами. Так, поджог. Должен сработать. Нет, постепенный урон. Эть! Ну, в принципе, ребята, это ожидаемо было.
И сразу же у меня появился хил. Спасибо большое, и сейчас я его точно применять не буду. А может быть зря? У меня, смотрите, железноголовый в критичном состоянии. Ну что ж, четвертая волна, и это, ребят, последняя. Этого босса я не пройду, я не успею просто-напросто. Эх, бомбим. И готовимся к вылету. К вылету игры, естественно. Так. Вот сейчас он кусает, ребята, а на следующем ходу он будет кричать и крэш игры, и я вылечу. Вот. Да, ребята, для меня это неудивительно. Я думаю, для вас тоже, вы уже привыкли. Ну, а мы с вами идем на следующее испытание. Так, это у нас городская война тени на солнце. Смотрите, у нас здесь опять Донателло будет разыгрываться. Кстати, сколько у нас мутагена? Ага, то, что нужно. Ну что, Армагон, давай, получай свою пятую звезду. Кстати, должна открыться. Да, вот она. Новая, ребята, способность. Привет, приятель называется. Армагон запускает метеорит во врагов. Разрушитель. Увеличивает силу атаки на 20%. Слушайте, если я не ошибаюсь, это же у нас массовая атака, да? Восстановление 5 ходов. Круто. Я думаю, что на следующем голосовании, кого мы будем переводить в платиновый ранг, я думаю, что большинство людей захочет, чтобы я перевел именно Армагона, потому что он им нравится. Так что, ребятушки, можно уже заранее, как говорится, голосовать. Ну что же, а мы с вами продолжаем испытание. Поехали. Ну что же, тут у нас идет караечка. Команда, конечно, не очень мощная мне тут дается. Ну, я думаю, до эпизода 5, наверное, мы с вами доберемся. А может быть, даже и до 6. Кстати, я не посмотрел, сколько у нас там сыра. Хватит или нет? Ну, это уже будет другой вопрос. Так, ну что, крысы у нас упали, они 10 уровня, соответственно, моя бригадушка здесь разберется со всеми, даже с этими бронированными тараканами. Так, пробиваем, проминаем довольно легко. Так, и у нас будет здесь ДНК на карайку, да? В принципе, да ладно, пускай будет. Лишним, как говорится, не залежится у нас. Ну что же, первый бой мы с вами прошли довольно легко и переходим сразу же на второй. Так, караечка, Донателло. Так, ну что же, я тебе могу сказать одно. ДНК на черепашек мне всегда нужны. Ну, за исключением, конечно, тех, которые у меня прокачаны уже по фулке. А это у меня кто? Рафаэль, Майки и Леонардо. А остальные пока еще в процессе. Кстати, надо будет Донателло вот этого вот прокачать, которого у меня в предыдущих сериях, точнее, в предыдущем бою сразу погиб. Короче, классику вот этого прокачать, и у меня будет фул классика прокачанная, ребята. Так, ну что же, здесь все довольно легко и просто, и мы с вами зарабатываем следующий, как говорится, ДНК на... Кто у нас там был-то, кстати, я уже забыл. Ага, на Донателло, все. Так, ой, вот морозильная кошка и... Микеланджело мне здесь не нужен. Вот начиная с эпизода 5, 6, 7, это самое то. Кстати, кто-то из подписчиков написал, что на этой неделе у меня не получится пофармить Усаги, потому что там небольшие проблемы у меня возникнут. А именно они заключаются в том, что персонажи, которые будут участвовать в битве, у меня слабо прокачаны. Возможно, ребята, возможно, но хоть десяточек ДНК я стопудово выбью, несмотря на все трудности. Так, ну что, бронированные тараканы у нас упали. Там у нас кто? Микеланджело плюс морозильная кошка, да? Тут все легко, 35 уровень просто сыпется. Ничего не... Слушай, Ваня, а почему ты вот сейчас вот ударил его, даже не смог подбить? Ты 60 уровня, он 35. Ты звезданул его и всего лишь пол хп отнял. Это непорядок. А знаете почему? Потому что, ребята, у него скиллы прокачаны вообще никак. Вот из-за этого он так и... плохо бомбит. Так, ну что, у нас с вами очередной эпизодик. Начинается это все с бронированных тараканов. И у нас 3 волны здесь будет. То есть 3 волны, это очень быстро мы с вами здесь пробежимся. 40 уровень противников. Так, тут у нас Кейси Джонс и Рафаэль. Также будут падать, как листочки зимой. Точнее, осенью. Зимой уже падает снег. Отлично. Пробегаем далее и смотрим. Так, здесь у нас Майки, Донателло и морозильная кошка. Опять же все на изи. Особенно вот эти вот стрелозады, которые даже пускай будут 70 уровня, все равно они почему-то ватные. Я вот это уже давно заметил. И морозильную кошку. Ать, не добил.
Хиляться будет, да? Это по стандарту. Да. Ну что, ребята, мы с вами двигаемся дальше. Мне бы хотя бы Аллапекс получить, а в идеале еще и Шинигами. Вот это было бы круто. Так, ну что заскрипела игра? Ну что за... случилось опять? Надо перезайти. Продолжаем нашу эпопею. У нас эпизод 5, где у нас будет разыгрываться ДНК на Кунаичи Эйприл. Слушайте, а Эйприл Кунаичи, это получается... Эйприл стала типа... как сказать... посвящать себя искусству ниндзюцу или что, или как? Почему именно Кунаичи? Что это у нее там за это, знаете, как Клан Фуд и Эйприл Кунаичи? Что-то странное, если кто знает, ребят, напишите, пожалуйста. Так, ну-ка, давай бомбанем. Ну, зачем я сам играю, ребята? Здесь 50 уровень. Естественно, автобой. Так, тут у нас Донателло и Кейси Джонс. Кстати, кто-то мне писал, что если Эйприл Кунаичи у тебя будет прокачана, Рэй, то они... точнее, она будет здесь жарить не по-детски. Говорит, она сравнима даже сильнее, чем Леонардо Классика прокачанный. Не знаю на самом деле, может быть, оно так и есть. Но прокачать ее еще не скоро получится, потому что ДНК очень тяжело на нее добывается, ребят. Так, ну что, давай посмотрим. Хоба! Ну, естественно, этих дронов мы с полтык разбираем. Оу, Лео упал. Зачем ты делаешь? Ну ладно, Крис, это твое желание. Поставить дополнительную защиту. Естественно, наказываем за это все дело, да? И у нас сплиттер, который сейчас тоже упадет. Да елки-палки, долго падает. Но тем не менее. Ну что же, а мы с вами продвигаемся далее. Я думаю, что, наверное, эпизодик другой мы еще с вами успеем урвать. Хотя не факт. Ну-кася, у нас... так, ребят, я согласен на 6-й и 7-й эпизод. На прохождение. Дальше вряд ли мы с вами потянем. Хотя сплинтера бы заработать там было бы вообще прикольно. Ну что, включаем. Ой, подожди, ребята, автобой. Никакого автобоя тут уже. Да ладно, хорошо, пускай сам. У нас просто, ребята, Ванька. Ванька в зоне риска, он 60 уровня. Я знаю прекрасно, что они будут его бомбить. А он еще и подставляется. Ты посмотри, а, Ванюш, зачем так делаешь? Он стоит под контрударом, ты его бомбишь. Лучше бы ты... А что, у него не было выбора, ребята, у него только атакующие скиллы. Хе, он не смог бы даже просто постоять. А вот зачем ты это делаешь, а? Вот, Бакстер, вот зачем ты массовую сейчас атаку сделал? Я не понимаю этого. Так. Отлично, молодец, Ванюша, не подвел, сделал все правильно. Так, ну, что ты там, хиляешь? Нет. Добили мы его. Ну что, ребята, последняя волна, здесь у нас Аллапекс, да? Рафаэль, я знаю, что Рафаэль любитель вставать в провокацию, поэтому давайте-ка попробуем его, наверное, отсюда убрать. Угу, убрал, аж 10 раз. Хорошо, массовая атака от Вани. Да что ж такое-то? Погоди-ка, ребята, это опасно уже на самом деле. Сейчас будут Ванька, наверное, бомбить. А, нет, нет-нет-нет, сейчас. Массовая атака. Угу. Что он там? Да хорош. Вот в этой, ребята, бригаде, знаете, что самое... бесявая. Нет провокатора. Ни одного. Ну, давай бомбочку кинем, что ли. Так. Пробьем. Кейси Джонс выжил. Так, Аллапекс. Давай-ка попробуем так бомбочку бросить. Да чтоб тебе, а так? Ай. Да, ребята. Победа за нами. Ну, вы прекрасно видели, да, сколько у наших ребятулик осталось уже здоровья. То есть мы играем с вами на пределе. Но, тем не менее, лисичка мне достается, и мы с вами идем за шинигами. Нет, мы не идем с вами за шинигами, потому что у меня закончился сыр. А я думал, что мне хватит на самом деле. Так, давайте посмотрим, что у нас, ребята, здесь... нет, 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 нет. Я хотел зайти в магазин и посмотреть по предметам. Сколько у меня здесь? 310. Ай-яй-яй. Да, ребята, скоро-скоро очень мы с вами сможем... открыть себе кроликов, но такими темпами нам еще, наверное, месяц стараний. Так, испытание, турнирная арена, ранг 2. Нам чуть-чуть не хватило, чтобы перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но я думаю, что завтра мы с вами сделаем еще одну серию и перейдем. Так, пока я буду менять сюрикенчики, которые у меня здесь, точнее ДНК на сюрикены, которые у меня здесь еще остались.
Так, шикарно. У тебя тоже? Нет. Кстати, у нас еще остался сыр. Поэтому давайте мы, наверное, с вами кое-что поищем. Для прокачки на пятую ступень нам не хватает еще двое наушников. Давайте посмотрим. Так, еще, пожалуйста, одни наушники бросьте мне, и все будет хорошо. Да хорош ты вот со своей зеленой колбой. Все, нашли. Так, и нам еще не хватает, ребята, 9 джойстиков. 9. Опять, опять вы специально все это делаете, да? Так, 8. Ай, вот все, что хочешь, падает. Ребята, у нас с вами заканчивается, к сожалению, пицца. Но я ее всю потрачу, чтоб, как говорится, было нам спокойнее. И со спокойной душой мы пошли делать свои дела. Но, как видите, мне джойстик не выпадает. Мне что угодно, крюк, кошка. Все, ребят, пиццы больше нет. Ладно, давай посмотрим, сколько нам еще осталось. 7 джойстиков найти, и мы прокачаем до 5 ступени. Хотелось бы, конечно, ребята, до 6. Но мы посмотрим, что для этого нужно будет. Короче, сегодня мы с вами прошли все испытания, кроме Усаги. И нет, я вас, ребята, в заблуждение ввожу. Испытание вот это мы с вами должны будем пройти. Если что, напомните мне, да, эпизод 7. Я все-таки Шинигами должен здесь получить, во что бы то ни стало. И ждем с вами, естественно, испытания на Усаги. Да, именно так. Ну что, друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!